Движение по улице Рыскулова в районе рынка Самал будет восстановлено уже к концу октября. А в ноябре заработает подземный переход. Такое обещание главе города дает руководитель компании-подрядчика ТО ХМСУ «Шымкент-Мелиорация». Согласно первоначальному проекту, работы по строительству подземного пешеходного перехода должны были завершить в 2018 году. Однако подрядчик постарался, объект сдадут с опережением. Сейчас ведутся отделочные работы. Аким Шымкента предложил отгородить территорию подземного перехода бордюрами, чтобы завтра вокруг не выросла стихийная парковка. Нужно установить бордюры, чтобы территорию не превратили в автостоянку, а после можно будет говорить об озеленении прилегающей территории. Появится в переходе и пункт полиции. Это позволит, с одной стороны, обеспечить безопасность пешеходам, с другой – защитит переход от стихийных торговцев. Следующий пункт в поездке – дороги в микрорайоне Нуртас. Здесь ведется строительство 13 дорог, общая протяженность которых более 13 километров. Во время объезда аким города пообщался с жителями микрорайона. Пенсионер Мельдибек Адильбаев поблагодарил Габидулло Абдрахимова за работу, которую проводит аким. 5 лет назад, когда мы сюда только переехали, у нас не было ни света, ни газа, ни дорог. Сейчас даже канализацию провели. Спасибо, что решаете именно эти проблемы. Ведь благодаря тому, что в наши дома приходят коммунальные блага, растет и наше благосостояние. Что нам еще нужно? Чтобы в домах было тепло и уютно. Спасибо вам за это. После завершения работ по строительству улицы, которая объединит главную улицу микрорайона с проспектом Астаны, у транспортников появится возможность пустить в микрорайон еще 9 автобусных маршрутов. Полным ходом ведется и строительство улицы Таукихана в микрорайоне Тасай. Правда, есть одна загвоздка. В связи с расширением улицы под снос попадает несколько участков. Владельцы домов и рады бы освободить жилье. Вот только из-за затянувшихся процедур до сих пор не получили полагающихся компенсаций. Об этом они и рассказали акиму города Габидулле Абдрахимову. Вы поймите, люди согласны на компенсации, но пусть им сначала их выделят, а уже потом будем сносить свои дома. Так и доверие к власти у народа будет больше. Аким Шымкента внимательно выслушал жителей и поручил подключиться к решению проблемы отдел транспорта. Трасса ее надо закончить. Саида Турсуметова, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР.